Интеллектуальная игра «Brain Ring» проводится в нашем городе 6 лет. В год проходят две лиги. Весной соревнуются школьники, в осенних играх – студенты. Организаторы «Brain Ring» – молодежно-подростковый центр «Самоцветы». В год российского кино темы игр посвящены всем аспектам кинематографа. Вопросы разделены на более узкие, но очень интересные темы. Мультипликация, история кино, художественные фильмы, актеры. И «Великая Отечественная война в кино» мы тоже выделили как отдельную тему. Но мы надеемся, что профессиональные учебные заведения покажут хорошие знания. Они готовились, они все штудировали энциклопедии, Википедии, интернет и так далее. На предварительном этапе команды встретились в первый раз. Методом жеребьевки они были разделены попарно, а капитаны получили специальные удостоверения участников. Организаторы игр подготовили вопросы о советском военном кино, актерах и даже отечественных мультфильмах. По правилам игры «Brain Ring» участники команды должны как можно быстрее определиться с правильным ответом, который задает ведущий, и нажать первыми кнопку. Время пошло. После на размышление дается 1 минута. Каждая игра идет до 3 набранных очков. Ребята хорошо подготовились и показали интересную интеллектуальную игру. Команда очень умная. Девочки все начитанные, все хорошие. Они практически сами все подготовили. Мы потом все вместе пришли в свой колледж. Там все поделились с тем, что друг друга каждый нашел. Все это друг другу рассказали, запомнили. И таким образом мы выиграли. «Brain Ring» – сложная интеллектуальная игра. Участниками ее становятся лучшие студенты. Это те учащиеся, которые хорошо ориентируются в таких предметах, как литература и история. Несмотря на тщательную подготовку, игра не всегда проходит удачно. Но участники команд с достоинством принимают поражение. Несмотря на то, что проиграли, я очень горжусь своей командой. Проделали достаточно сложную работу, ребята молодцы. Тем более, как капитан, мне было приятно с ними поработать. На данном этапе в полуфинал вышли 3 команды. 16 ноября пройдут завершающие игры, где определится финалист Лиги студентов. Команда, которая сразится с победителем весенних игр Лиги школьников.